Всем привет, меня зовут Денис Саландин, это «Модные персоны». Мне кажется, сегодня сюрприз для всех наших поклонников, сюрприз такой, какого никогда не было. Шура сегодня будет у нас в программе. Я сам до последнего не верил в это счастье, но нет, он приехал и дал нам эксклюзивное интервью Первому городскому каналу. Что из этого вышло, вы узнаете прямо сейчас. Мне кажется, что я могу уже увольняться с Первого городского, потому что у меня в гостях Шура. Шура, привет. Привет. Рассказывай самый дурацкий, самый банальный вопрос, но в этот день он, мне кажется, не может быть таким. Калининград, как тебе, что успел посмотреть? Ой, город красивый, с ума сойти. Я столько раз в нем был, но не видел этой красоты. Сегодня проехали по светлой части, обычно приезжаем ночью, чуть толком не видели. Сегодня посмотрели, красиво, аж переехать захотелось. Домики красивые, такие вот теремочки. Весь зеленый, чистый, красивый. Везет вам с вашим городом. Круто у вас. Чем сегодня будешь в платину нас удивлять? Потому что все тебя ждут на какого-то нереального эпатажа. Ну, буду. Раз что-то делать, не знаю. Вот вы платье какое-то новенькое купили, одели. Скажи, новый день Шуры, вот новый день, я не знаю, выходной день, вот ты просыпаешься, у тебя нет ни сегодня, ни завтра ничего, что ты будешь делать? А я сплю дальше. Я сплю, у меня замечательная антенна, в которой только кино и только новые фильмы, и все, и я сплю. Я у него фрукты какие-то, я весь день сплю. Отшумели летние дожди, рассказала осень зиму жди. Но не стало осень зиму ждать, остаются с вами зимовать. Расскажи, ты большой модник, вообще какой стиль в одежде предпочитаешь и что ты любишь носить? Я ношу все, что мне нравится. Люблю джинсы, да, я хожу чаще в джинсах, но я люблю все, что вижу, все покупаю. Тут платье купили вообще 600 рублей. Вот, оказывается, мы продавали на той стороной. Да, все девки мерили и не понимали, почему титики не влазили. А дура, говорю, не той стороной, вот так надо. И купил. Одна продавщица другой. Дура, я ж своей хотела. Так я сразу, говорит, не поняла, что это перед пуговки. Большое за интервью. Давай, может быть, какой-нибудь совет всем калининградцам, твоим поклонникам, что стоит носить, быть может, а что вообще делать этой осенью? 2011. Ой, носить нужно все подряд, все, что нравится, а нужно любить друг друга, быть здоровеньким, занимайтесь спортом, будьте здоровы. С моим оператором Михаилом Илькевичем ехали на это интервью на Рыбную деревню. Я даже и представить себе не мог, что получится такое хорошее интервью. Шура оказался на самом деле не таким скандальным, как об этом пишут желтая пресса и показывают по телевизору. Он на самом деле очень хороший, и у нас получилось хорошее интервью. Я надеюсь, что вам тоже понравилось. Мне искренне этого хотелось. Меня зовут Денис Саландин, я с вами прощаюсь. Прощаюсь ненадолго, увидимся очень скоро. Смотри страну советов на Первом городском. Пожалуйста.